Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Всем привет, меня зовут Максим, мне 29 лет. Живу я в Московской области, увлекаюсь разными видами спорта, конечно, люблю в основном экстремальные. Очень люблю путешествовать и узнавать что-то новое. Работаю уже 7 лет на одном из центральных каналов нашей страны. Работаю режиссером и поэтому не понаслышке знаю, как создаются разные телевизионные программы. Вот и теперь хочу попробовать себя в роли ведущего. Конечно, автомат Калашникова, как у ведущего, у меня нет, но у меня тоже есть чем пострелять. Меня зовут Максим Попов, мне 29 лет. Я очень хочу быть ведущим программы «Полигон». Почему программа «Полигон», вы спросите? Да все просто. Во-первых, программа интересная, а во-вторых, как любой мальчишка, я с детства люблю оружие. Видимо, к своему возрасту все-таки не наигрался. Так сложилось, что отец у меня военный, поэтому любовь к вооружению у меня в крови. А если честно, хочется просто пострелять, полетать, ну и погонять на разные военные техники. Так сказать, почувствовать себя солдатом.